Давай, давай! Мне это нужно.
уже близко. Да. Еще повоюем. Есть и сила!
Хороший воин всегда готовится к походу. Скоро пригодится. Шагу ближе. Тынакт не потерпят чужеземцев на землях кланов. Шериф Фашаф даровал мне право прохода. Я вам не враг. Волосы цвета крови.
Эта воительница победила Груду, лучшего воина Регалы. Не нам решать о ее жизни. Можешь пройти, но берегись. Мы все видим. Буду иметь в виду. А вот и скальный гряж. Каталла ждет меня где-то здесь. Но сперва лучше осмотрюсь. Мы вместе на страже рощи. Может, даже увидим бои на арене. Ну что? Значит, решено. Из-за снега у меня вся одежда отсырела. Когда разведчики добрались до снега. Замечательно. И он еще там. Только его ржавеющие тут. Говорят, защитница вождя оттепала ему голову. Нет, но... Эй, страница. Хочешь Это достойная краска. Хорошей службы. Потом вместе потренируемся. Иди по своим делам. Честь и сила. Вот это отрабатывай. Это Каталла. На что он смотрит? Просто хочу поговорить. Нападут твои враги. Мы сразимся. Победила на арене. А я все пропустил. Эй! В это время на посту. Защитница. То, что ты сделала для моего народа, известно каждому в землях клана. И я хотела бы предложить стать твоими глазами и ушами. Ведь здесь не происходит ничего, о чем я бы не знала. И, собственно говоря, если тебе нужна добротная пища, способная придать сил, отправляйся в Укусон. Это поселение пустынников на востоке, у озера. Не пропустишь. Местный повар Пентала готова накормить любого, неважно, Танакт или нет. Спасибо за совет. Загляну к ней, если буду в тех краях. Следуй зову Четь. Ага. Я бы тоже. Разведчики говорят, что они уже много дней сгоняют сюда машины. На одних ездят, других пасут, третьих разбирают на части. Снимают оружие. Нас ждет очень трудный путь. Нам пора идти. Мне приказано отвезти тебя к валу, чтобы ты поговорила с Текоде. Был бы от этого толк. Не спеши. Мне нужно знать кое-что еще. Что это за место? Скальный кряж был военным форпостом во время войн кланов. Его цель — охрана входа в долину и наблюдение за происходящим внизу. Сейчас из него наблюдают за войсками Регалы. Жаль, у нас не хватает солдат, чтобы не просто
наблюдать. Был бы еще от этого толк? Что ты имел в виду? Вал не знал поражения с основания клана. Декоте считает, что за ним ему нечего бояться. Если он решил не подчиняться Хикаро, то чужеземка и шериф Калека не смогут его переубедить. А вождь считает иначе. Только поэтому я и стою тут сейчас и говорю с тобой. Почему ты уверен, что Такота не послушает нас? Змей, засевший в норе, слышит только свое шипение. Да брось, это все, что ты скажешь. Хикаро говорил, что до шерифа ты прежде был небесником. Расскажи все, что знаешь. Такота хитер, мелочен и мстителен. Хвати у него духу, он бы давно напал на Хикаро. Но вместо этого он завидует ему, спрятавшись за валом. Тянет время и ждет, что его враги ослабят друг друга. Этого достаточно? Пока да. А почему вал такой несокрушимый? Он сложен из огромных камней и неуязвим для прямой атаки. Ни воины, ни машины не могли его пробить. Только я смогу провести тебя за него. Когда мы закончим разговоры. Как думаешь, зачем воины Регалы сгоняют машины в долину? Подобные сообщения мы получали отовсюду. Мятежники пригоняют машины из диких земель. Но, судя по всему, долго управлять ими не могут. Пасут их в лагерях. Там они... делают с ними что-то. И добиваются постоянного контроля. Перехват в два захода. Я о таком не знаю. Но это не все. Ходят слухи, мятежники выискивают крупные машины. Не знаю, какие. Надеюсь, они не научатся управлять ими. Ты был на посольстве. Был. Сожалею о судьбе других шерифов. Все они будут отмщены. Ты еще не вылечился. Я не вылечусь. Но это не помешает мне разбить черепа врагов. Я рада, что я тебе не враг. И какой у нас план? Вал к юго-западу отсюда. Мы без сомнения еще не раз встретим воинов Регалы по пути. Придется пробиваться с боем. Или как-то прокрасться мимо них. Простого пути нет. Как всегда. Давай не будем тянуть.
За мной. Приветствую, защитник. Как бы ты убедил Такота отправить претендентов? Никак. И все же? Тенакт уважают сильных воинов и надежные клинки. Кто не сражается, бесполезен. Ну, мы с тобой бывалые бойцы, правда... Не хотелось бы это доказывать. Значит, вся эта долина принадлежит небесникам? Клан защищен. От кого? От других кланов. Туда же откуда. Нужен урок истории. Поговори с духовником. Когда ты ушел из рощи? Узнал, что я соглашусь помочь тебе. Когда вождь желает убить, у меня получается. Там мятежники. Какой замок? Нападем или обойдем стороной? Выбирай. К оружию! Что? Не можешь... За восстание! Мятежники собирали детали машин. Может, они нужны для перехвата.
А ты кот-то бездействует? Зачем что-то делать, если есть вам? Я вырос за эту стену. Нам легко поверить в абсолютную безопасность. Там еще мятежники. Веди меня. Я вся промокла вместе с доспехами. Сражайся с честью! По местам! Не могли же мы их потерять! Бросил бомбу! Если ты умрешь, ничего не выйдет! Не прекращать огонь! Она у меня на прицеле! Страница! Ей здорово досталось! Окончи! Две руки или одна! Все равно ты умрешь! Не уходит.
отомстим за павших шерифов! Я устала. Мне нужна... Есть попадание! Броня ослабла! Надо поспешить к вам. В скальном кряже ты сказал, что мятежники уже давно снуют здесь. Они заполонят всю долину, а Тепоте так и не поймет, что он в меньшинстве. Если бы речь шла не о клане, я был бы даже рад. Тепоте пора проучить. Ну вот, это вал. Сообщи, когда подготовишься. Главное, не запачкать руки. Ты! Шериф требует встречи с предводителем клана! А разве шерифы еще остались? Мы защищаем путь на гору.
где крылья десятых найдут нас. Ладно, шериф. Я спущу подъемник. Сосредоточьтесь! Не стойте! Это что, катало?